Страшная авария произошла в районе 1405 километра Ленинградской трассы. В данный момент сотрудниками Следственного управления МВД России по Мурманской области проводится расследование обстоятельств этого трагического ДТП. По предварительным данным, гражданин 1979 года рождения, двигаясь на автомобиле марки Renault Logan, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. Последствия ДТП трагичны. В результате ДТП водитель автомобиля Renault Logan скончался от полученных травм на месте. Двое его пассажиров, молодой человек и девушка, в настоящее время находятся в реанимации, в состоянии комы. Водитель Volkswagen серьезно не пострадал.